Вениамин Кондратьев вручил орден семье из Анапы. Губернатор Краснодарского края провел торжественный прием многодетных семей в честь Дня семьи, любви и верности. Глава региона поблагодарил родителей за смелую и ответственную позицию. Количество многодетных семей в крае растет. За последние 5 лет их стало больше на треть, сейчас их 94 тысячи. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Вениамин Кондратьев вручил орден «Родительская слава» супругам Шушура из Анапы. Евгений – индивидуальный предприниматель, Татьяна – домохозяйка. У них 7 детей. Иван, завершив армейскую службу, устроился на работу и женился. Елена с отличием окончила школу и поступила в Кубанский государственный университет. Дочь Ирина, окончив Анапский сельскохозяйственный техникум, работает. Светлана, Максим и Сергей – школьники, занимаются музыкой и спортом. А вот самый младший Александр готовится пойти во 2 класс. Также детей и родителей поздравил с праздником митрополит Василий.